За один, за два поединка я встаю, похожу немножко, потому что кровь разогнать, чтобы не сидел, встал, голова закружилась, подошел к столу, проиграл. Вот, как бы немножко себя разбудить. Ну, может быть, там уши потереть чуть себе, там похлопать, как бы разбудить. Мне главное проснуться надо, то есть вот самое главное не спать. Тогда голова включается, тогда уже начинаешь думать, если я так, то так, если так, то это, то как бы уже начинается идти какая-то вот шахматная игра. А на сцену также выходишь? А, на сцену? На сцену там немножко другая, ну, не, немножко похоже, да, потому что я всегда, когда волнуюсь перед выходом, я все время себе просчитаю, так, основное, что я должен сделать, это вот это, вот это, вот это, вот это, я себе перспективу наметил, точно так же, как и в борьбе. Намечаю перспективу, если я так сделаю, а не получится, сделаю, значит так, 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 приблизительно наперед шаги продумал, если будет так, план А, план Б, план С. Вот, и по нем уже спокойно как бы двигаюсь. И уже обычно как бы случается так, как я продумал. Да. Но бывает, конечно, исключения, везде бывают исключения.